Когда-то, давным-давно, жил на земле под названием Тарс-Киликийский врач-христианин Диомид. Добрый сердцем врачевал он не только людские тела, но и души. Многих язычников обратил он ко свету веры Христовой. По многим городам ходил Диомид со всей искренностью, выполняя свое предназначение – служить людям и просвещать их в истинной вере. В одном из городов, в Никее, по приказу императора Диоклетиана, святой проповедник был схвачен. Но по дороге на суд в Никомедию Диомид сошел с телеги помолиться и умер. Испугавшись, воины отсекли святому мученику голову, как бы в доказательство исполненного поручения. Но вдруг ослепли, и только когда по приказу императора они вернули голову святого Диомида обратно к телу, зрение вернулось к ним, и они, благодарные чуду исцеления, уверовали во Христа. Так смог святой Диомид после смерти своей обратить в христианство своих мучителей. Двадцать девятое августа. День памяти святого мученика Диомида.